Прививочная кампания в регионе набирает обороты. В первую очередь прививают детей. Именно они больше всех подвержены вирусу. Главное здесь не сама прививка, а осмотр. Обязательные условия для нее – отсутствие даже легкого недомогания и аллергии на куриный белок. Всего в области планируют привить 340 тысяч детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. Вакцина в этом году отечественная и трехвалентная – Совигрипп. Прививка защищает от трех штаммов – H1N1, Канзас и Виктория. Именно они бушевали в стране и мире последние несколько лет. Но, несмотря на все призывы врачей прививать детей как можно чаще, не все родители торопятся обезопасить своего ребенка. Для снижения количества отказов в школах даже проводятся классные часы с родителями на тему осложнений после гриппа без прививки.